Всем привет! Сегодня с вами я, и сегодня мы будем учить русские буквы. Я просто в шоке, что кто-то не знает русские буквы. Ну, наверное, кто-то в садик, потому что я никогда хожу в русские буквы. Итак, смотрите. Вот это буковка. Пишите у себя в тетради. А теперь первая буква. Какая первая буква у шести? И какая первая буква у восьмерки? У вас есть всего лишь 10 секунд на все вопросы. Все, время прошло. Надеюсь, что вы успели. Говорю правильный ответ. Д, Ш, В. Д, Ш, В. Д, Ш, В. Д, Ш, В. Теперь повторяйте. Д. Пишите свои зеленых тетрадок. Д, Ш, Р. А теперь пишите цифры. 6 плюс 8. Запомните, место умножения плюс. Кто не знает, как плюс пишется, вот так. Вот так вы видите, все видите. Плюс. Вот. И потом 8. Вот так мы будем писать. Еще 2. 7 плюс 4. Ну, 7 плюс 4, ну вы что, издеваетесь? Так, у вас и 10 секунд, чтобы ответить. Даже не 10. Ладно, 10. Время пошло. Все, время прошло. Надеюсь, что вы успели ответить. Итак. Первая буква. И равно будет 11. 10 секунд, чтобы вы написали в зеленых тетрадках. Время пошло.
10. Время прошло. И теперь смотрите, сколько будет. С, Ч, А. С, Ч, А. Пишите. Внизу пишите. 7 плюс 8 равно 11. Следующую карточку. Теперь у вас будет меньше. На 5 секунд. Ой. Смотрите. 7 плюс 6. Уф, ну ребят. 7 плюс 6. Нелогично. У вас есть 5 секунд, чтобы ответить. Время пошло. Время прошло. Надеюсь, что вы ответили. И будет 15. Легко, да. Вообще легко. 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 Дня. Так. 5 секунд будет, чтобы вы записали буквы. Даже дала не 5, а 10. Забыла моя башка. Итак, и будет. С, Ш, П. С, Ш, П. Внизу пишите. 7 плюс 6. Все. На этом все. Сейчас я вам... буду читать одну. Один отрывочек. Так, сейчас найду его. А вот на этой тетрадке. Даже не на этой тетрадке. У меня написан отрывочек. Специально для вас. Подождите на секундочку. Вы скажете из какой-то сказки. Вы не скажете, я вам буду в каждом уроке читать отрывочек сказки. Терем, терем, теремок. Кто к тебе? Я. Муха, подгорюха. А ты кто? А я. Блоха. Попругуха, пошли ко мне жить. Вот такой маленький отрывочек. Да, маленький. Ну, извините, я не такой рассказчик. Так, переходите на мои другие каналки. Короче, всем пока!